Спасибо. Мы с вами делаем большой скачок во времени, и сейчас от Пушкина перейдем вот сразу так к Толстому, потому что Толстой и музыка, музыка и Толстой — это тоже отдельная очень интересная тема. У меня есть программа, которая называется «Музыка в доме Толстых», и сейчас она пополняется новыми материалами, для меня очень интересными. И напомню вам, что в доме Льва Николаевича Толстого музыку любили, он сам очень любил музыку, не только любили, но и исполняли. И сочиняли. Сейчас прозвучит роман сына Льва Николаевича Толстого, Михаила, на стихи его супруги Александры. И этот романс нас снова с вами переместит в сад. Мы вышли в сад. Мы вышли в сад, чуть слышно трепетали последние листы на липовых ветвях, и вечер голубой, исполненный печали, бледнее догорал в задумчивых лучах, и плакали кругом печальные березы, вставала за горой туманная луна. Мы молча шли, и накипали слезы, и дивной нежности душа была полна.